Я вас приветствую, дорогие мои подписчики. Ну вот, наконец-то я снова с вами. Итак, сегодня презентация моей новой мастерской. Она перед вами. В общем-то, это такой домик размером 6х9 из газобетона. Газобетон 500-й плотности толщиной 300 мм. Это мы с сыном полностью его построили без всякой какой-либо помощи. Вот, ну теперь посмотрим, что внутри находится. Итак, слева входная дверь, предбанник небольшой, справа жилая комната. Пока я там живу, в принципе, там все удобства. Вся площадь мастерской 47 метров квадратных, но вот жилая 17, здесь примерно 30. Пока так, потом, надеюсь, со временем мастерская будет на всей площади. Вот что у нас тут стоит. Ну, начнем по часовой стрелке. Значит, в углу сверлильный станок. Хитачи. Станки, в общем-то, все, которые у меня были, те и остались. Дальше идет, значит, столярный рабочий стол. Торцовка. Внизу у меня станки, которым я редко пользуюсь. Приходится прятать, потому что все не помещается. Так, на стенах у нас инструменты. Ну, пока в таком расположении, потом посмотрю, как по удобству, может, что-то перевешу. Вот внизу малый распиловочный стол, потом универсальный станок. Дальше идут струбцины, ваймы. Так, ну это моя продукция. Делаю потихоньку. Здесь химия. Станок фрезерный. С частотником. Сюда я поставил 3-киловаттный двигатель. Теперь очень доволен. Мощности хватает и на больших оборотах. Можно разгонять. Ну, до 11 тысяч я разгонял, дальше не стал. Ну, все мои шкафчики, эти вы уже видели на канале. Это фрезерные, для фрез шкафчик, фрезерный стол. Так, станочек токарный по металлу, я его никогда не показывал. Это скорее приспособление сделал, ну, как временное, пока станка нету. Купил на рынке, значит, стол. Фрезерный стол, такой небольшой. Вот, достаточно хорошей точности. И придумал, токарный станок прикрепил резец. Точу потихоньку. Это слесарный стол. Для железок. Тут одни железки. Вот. Ну, из нового вот тиски Вилтон. Отличные тиски. Очень доволен. Здесь заточной станок поставил. Шлифовальный. Ну, шлифовальный у меня пока блуждающий. Не знаю, может, в другое место его переставлю. Так, лестница. Лестница на чердак. Чердак у меня холодный. Вот такая лестница. Сделал так на скорую руку. Без излишеств, без изяществ. Ну, главное, что удобно. Дальше идет маленький токарный станок. По дереву, шкафчики, причиндалы, станок по дереву побольше уже, фрезерный станок,
Вот, ну и сверлильной фрезой. Здесь сверла. Здесь сверла. Распиловочный стол. Вот, у меня здесь такая фишка. Я долго думал, как их расположить. Станки мои основные. Вот строгальный, рейсмус, ленточку. Вот решил их островок сделать. В кучу согнал. Вокруг места свободного много. И они друг другу не мешают при работе. В общем, такое расположение мне казалось удачным. Если сверху посмотреть, с лестницы. Лестница не скрипит, чувствуете? Пока новые. Ну, так вот, с высоты птичьего полета. Вот, тут вот внизу это у меня будущий станок. Шлифовальный, комбинированный. Вот, в будущем хочу серьезно заняться станками, изготовлением. Ну, кроме столярки. Вот, начал со шлифовальных, придумал. Станочек, ну, я думаю, скоро покажу. Когда, не знаю, как скоро, но двигатель нужно еще найти, купить, вернее. Сейчас с этим коронавирусом проблем много. Ну, вот так вот. Вот, теперь немножко рекламная часть. За время стройки мало поиздержался, поэтому выставляю на продажу некоторые свои станки. В частности, вот станки по изготовлению рейки косечки. Вот такая косечка. Вот два станка. Один попроще, небольшой, делает рейку до 25 мм шириной. От, так. Скольки? От 18 миллиметров. Вот второй до 34 миллиметров можешь шириной делать, и более универсальный. К тому же он, у него есть стол дополнительный, добавочный, который делает такой вот рейку ромбиком, как я называю. Вот, кого интересует, пишите мне на почту. Почта будет в описании, адрес почты. Ну вот, все, что я хотел сказать по станкам. Ну, на этом заканчиваю. Забыл сказать про пол, какой пол здесь. Это важная вещь. Значит, как я его делал, как придумал. На плите сделал стяжку, потом рубероид, потом пеноплекс 50 мм класса, фундамент, ДСП, шпунтованная 22 мм, ну и плотный этот линолеум. В общем-то, достаточно теплый, нормально, ничего не скрипит. Здесь главное хорошую стяжку сделать ровную, и все будет отлично. Вот, что у меня еще пропустил. А, сушилка моя под потолком. Вот такая. Очень удачно, не мешает. Там тепло. Рекомендую. Еще у меня такая, значит, задумка была, сделал наверху. У меня окно в жилую часть. Там у меня три окна. И оттуда свет идет хорошо. Здесь одно окно получилось. Ну, пока так. На этом все. Заканчиваю. Дальше будут поделки, станки, буду выкладывать. В общем, сезон открыли, мастерскую открыли. Я уже на ней работаю, в ней уже напылил, так сказать, обновил ее. Ну все, всем удачи, до скорых встреч, пока.